15 лет он уже такие результаты показывал по 17 с чем-то секунд. Ну и вот Иван Гладышев здесь будет как раз работать разгоняющим для своих товарищей по команде. Но другие его товарищи по команде, олимпийская, Денис Дмитриев и Павел Якушевский, здесь просто тренируются на треке сейчас, прямо вот рядом, здесь сейчас даже смотрят, но в соревнованиях не участвуют, так как готовятся по своей программе к Олимпиаде. Итак, Юнаускас, Винскас и Лендаль из Литвы отработали свою часть программы. 45,247 секунды их результата. На старт выходят, я бы сказала, темные лошадки, но ого-го, эге-гей, какие это коллектив... Инди, они все очень молоды, и здесь забойщиком, безусловно, является ESLO. Everyone is under 25. They start okay. A few problems right now. But it's not awful, as I seem they could be. So they are faster than Lithuania right now. But not right now. In the 500 meters mark, they're 7/10 of the second slower. And finally, they are over half a second below the Lithuanian result, averaging just about 59 kilometers per hour average speed. That was not hopeless, you know. That was quite okay, and I think if they continue training like this, they have this goal, and they find a coach who can manage their performance, then maybe someday Team India will have their first medals. Okay, so we move on. It's Team Belarus next with Vladislav Novik.